Все, давайте 10 минут и идем. Да. Давай, я прям раскуривай. Да нет, нет. Да давай, давай. А что, нет, это в Амстердаме. В Амстердаме же, закон что не запрещено. Что торч? А покинь, короче, это все, ребята, на самом деле все хромакей. Это зеленый экран. А вот вам тогда тоже давали какие-то штучки? Я не знаю. Ну а что это взяло? Это какая-то профессиональная штучка. Профессиональная штучка. Кофейные листья какие-то, я не знаю. Это интересный эксперимент. Да я не умею просто это делать. Это травка? Просто бы типа затянул, потом вдохнул и выдохнул. Просто бумага. Да? Вот оно, родной. Ебать! А как-то он не в затяг курит, ну... Погода какая. Ладно, я не молчу. Не знаю, как это делается, извините, пожалуйста. Солнце пиздец светит. Да, солнце светит. Че, сидим, кайфуем, нормально. Вообще свои эмоции расскажи, что там. Вот теперь он хотя бы чуть-чуть затянулся. Вы о чем это? Смакуй. Родной, а ты дай пару вообще. А они все курили или только этот? Нормально едем. Господи, Ликс. Хорошо, она очень быстро едет. Сколько это, 100 миль? Максимум разгоняется. Почти 120. Мне кажется, мы 2 месяца назад смотрели нарезку, и он все еще играл в эту игру. Только он. Значит, Наташа угорает, как будто курнула. Вот да, я поэтому и спрашиваю. Куда? Балбес, ёбаный, ну ты же видишь, лечу, сука, $70 за починку. Игровой стример, это ты типа сейчас Sims будешь играть. Так, чат. Разъебать, по фактам. Делайте это за меня. Какой Sims? Оп, шашкуем. Ты какой у меня компьютер мощный? О, мама! Бля, я себе еще не заделал этот. Я правильно понимаю, что тут комната ожидания стрима Юли? Тут, блядь, комната ожидания твоей мамы, блядь, с работы, нахуй. Да! Нет, блядь, свечи горят. Ну, добейте! Охуеть. А сколько у меня, кстати, вообще подписчиков на моем втором канале? Заново, я даже заново, никогда заново, не смотрела. Заново. Подождите. Мне просто интересно, как это вообще глянуть? Просмотры 1 800 000, а вот фолловеры 87 640. Слушайте, ну нормально, мы как скоро, может через годик отпразднуем тоже. 87 600, ну да, показывает, ой, 87 642 человека, ебать, нихуя. Эй, ну бля, ну нормально, ну нормально, блядь, для второго канала неплохо, я считаю. Все боты. Баты. Кому я подкатываю? Во-первых, не к Диночке, блин, а во-вторых, я никому вообще не подкатываю. Я человек простой, нахуй. Мне для счастья мне нужна смазка. Хочешь начать пить пиво? Мне больше ничего надо. СМР сделаю вам. О, они же малыш котик теперь. У меня такой щекины не делает никогда. А где, кстати, моя собака? Моя собака. Ладно, похуй. Какие океаны омывают побережье Африки? Омывают? Оль, нажми. Оп. Да. Короче, Тихий океан точно омывает. Точно омывает. Я, кстати, тоже не знаю, если что. Точно, сука, потом громкий океан. Какую праздничную дозу, нахуй? Так, 52 целых психики. Ого. Погладить. Кладь. Тебя? Да нет. Какие координаты, блядь, написать? Ой, на ногах ты стоять куда? Не могу. Ты еще не можешь стоять нормально, что ли? Сейчас проткнул, блядь. Зачем ты это делаешь? Блядь, ты ебать, ну что происходит? Как же они заигрывают? Своими губами. Нет. Она странная, пиздец. А чё она? Я просто не слежу за ней. Ну, типа, не смотрела что ни разу. Что ты сразу, блядь, заднюю даёшь? Такого злого и в нарезках вижу. Не лезешь даже. Здравствуйте. Да ты даже не заметила, что я только что сделал. Видела я всё. Что ты видела? А чё ты так можешь, я не могу, пиздец?
Так вроде симпатичная. Что? Ой. И что дальше? Что дальше? Я не боюсь девчонок. А, злой странный. Бу! Забирай свои тикеты. О боже! Ты что, не видишь? Open, open. Open, open. Тихо, 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 нет, они откроют сами, они умные. Фу, кто там ползает, блядь? Ну они плачут уже, откройте им баночку, ёбаный рот. Open, open, open. Обещала не пить, а вчера бухала пенку с пива. Ну, пиздец, чат. Охуеть, вы серьезно? Исты, исты, давай. А? Бам-бам. Это котик, блядь, злой. Это для воды? Блядь, это вода. Ай-яй-яй, блядь, не туда нас. Блядь. Котики. В итоге заправки, но я сейчас его не хочу. Hi, beauty. Hi, Артусик. Да не дергайся. Куда ты лезешь? А чё вы, а чё вы угораете? Вы над водой угораете? Или я что-то пропустила? Ну, пусть портил, на. Тоже, блядь, ну будьте что нормальными типами. Что они пишут? Ну шо я камень, блядь? Так по факту. Камень. Послушай. Переименуйся камень Н. Без VPN в Инстаграм захожу. Подожди, а ты правильно в никнейм-то вела, нашло меня? Виктор, ты можешь неправильно что-то вела? Чит, чит, C-H-E-A. А, все, 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 сейчас. Да. О. Норм. Норм. Ну там, я говорю, на мой взгляд... Пока. Норм. Ну, скинь координаты, она, где Настик спрятала. Я ничего не прячу. Охуенный, типа, и решила скипнуть, судя по всему. Какой Настик, блядь? О боже, Сан-Пеллегрино, это вкусно, кстати. Сука, долбоёб. Сукина хуйня. Когда не собрал КС. Какой мой муж, блядь? Ой-ой-ой, так тут вообще команда серьезная попалась. Тут реально в плюс ела. Ой, блядь. Двое мидл есть, погнали. Стрельба, поехали. Блядь. Ехали. Ну, это снит бы с них. Можешь кушать. С гречкой можно? Да, да, да. Смотри, как помню. Ты передумал? Кстати, КС фиксанула. Я не фиксанула КС, мне просто убрали разгон с компа, с видюхи. Нормальные птички, ты очень красивая даже. Даже? Даже. Ну, красиво, реально. Охуеть, заебало. Пошел в пизду тогда. Ты придурок? Белок люблю. О, это бельчата, кстати, реально! Сколько у него интеллект? 3, блядь. Зекси сделал эдит какой? Быстро сюда мне на базу в ТГ скинули. Я не убивала! Сядь туда, там дождь снег. Здесь посижу. Ой. Ты уверена, что хотела бы увидеть Эдит Зекси? Да, покажите мне, блядь. Ей 14. Почему я в 27? А, эту хуйню, типа, то, что лицо Сереги подставили. Так это не Эдит. Эдит это когда нарезка какая-то видосиков под музыку такую кринжовенькую. Почему я в 27? Вот, типа, ей 14. Вчера свет выключали до самого утра, каждые 30 минут дропало. А я, блядь, у меня маме 27. Охуеть, сколько тебе лет, чел, бля, пизда. Что, каков шанс, блядь, пиздец. 12, 10, сколько тебе? Короче, ну ладно, не, ладно. Чё я говорила, типа, я в 27, а что я в 27? Я в 27, красивая, умная, вроде не тупая, не шлюха. С нормальной фигурой, плюс-минус фейс,
Что еще? Не выгляжу, морщин пока нет. Ну, может, чуть-чуть есть, но это ладно, не важно. Вроде. Ну, я не знаю, вам виднее. Ну, в общем, так что что, ладно? Ну, я в 14, вам честно скажу, я выглядела как ебаная Буратино. Просто вот так вот резанул, блядь, дед нахуй, вот так вот, полено нахуй, ровно. И вот все, факт. Да, то есть просто... Я была прямая, никакой жопы, и там сисек, ничего, откуда в таком возрасте сейчас у девчонок, я реально как бабка рассуждаю, но это факт. Мы просто ходили, ну вот я была пацаном лет до, я не знаю, до скольки, у меня вообще ничего не росло, нигде, никаких признаков, я не знала, что такое секс, я не знала, что такое, там, вообще ничего не знала. Там, блядь, шортики, попка торчит, ну я не знаю, блядь, меня батя, блядь, в детском мире одевал, наверное, ну лет до 15 точно. Что изменилось-то? Ну да, хорошо, наверное, все, пока. Потом бухать начала, как мразь не было! Какая шмаль! Какая шмаль! Мне 11, у меня сиськи 3-го размера. Поздравляю, мне 27, у меня сиськи, блядь, никакого нахуй размера, охуеть. Ударился. Прикольно. Супер. Выехать-то можно отсюда хотя бы? О, это GTA? Да, это GTA. Поезд. А, он сюжетку проходит, точно. О, доброе утро, приехали. О, давайте сокращать. Шмаль плюс блейзер виноградный. Да как... Когда ёбнутая игра в GTA, кстати, надо. Я пообещала еще вообще до отъезда, что я поиграю в РПшку и забыла. В смысле, блядь? Бля, почему? Я забыла, что в обычной GTA-шке так умираешь, типа, на изи. Сколько FPS в GTA? Не знаю, я не проверяла, кстати. Ёб твою мать. Ну что, скоро проверим. Ну там на RG, конечно, не, я, кстати, реально проблемно помню, проверять времена, когда FPS. Еще, только я с Дашей общался всей этой компанией, я даже предлагал с Иваном съехаться сразу при фаером. Вот она пришла, мамулечка пришла. Еблан? Что? Ну не в одной квартире, в одном доме. Я сижу в одной квартире. Нет, в квартире нет. Не, на самом деле, мне кажется, у Ивана сейчас такая же хуйня, как у меня с Ольгой была. Типа, что Даша к нему ночью приходит, а они спят вместе. Есть такое дело? Нету. Неуверенно сказал как-то. Как-то неуверенно, пиздец. Звучит как? Неуверенно. Нет, я реально какие-то сериалы смотрите или там в PlayStation играете. Было? О. Анечка, со мной не пропадешь. Свет дали? А, ебать у тебя... Ебать, ты так свет, лагала. Ты в камеру. Со мной не пропадешь, но... Нихуя. Реально, вот это не мужчина, ой, а блядь. Сказка. Сразу решил всю проблему нахуй. Есть фонари головного убора типа... Так вот, вперед, кто головного делает. Убора но. Типа. Знаешь, что я придумал? Еще... Знаешь, сколько людей, которые... А что так лагало? Сидят, как минимум. Очень много. Типа. И, короче, ёп. Чтобы не светить ебало, я буду покупать эти фонари и делать перепродажу на 500 рублей дороже. Задние головные ты фонари будут. Ты гений просто. Ты так включаешь, я никого не слеплю, и свет имеется. Ёп. Нормальная тема, ёп. Ёп. Нормальная тема, ёб. Приди. Пиковая дама. Марк! Пиковая дама. Марк! Пиковая дама, приди. О, блять! Животные подскочили. Марк, ты сейчас у меня получишь, я тебе серьезно говорю, это не шутка, уже не смешно, реально. Ты как хули вдвоем скучно, будем хоть втроем, блядь, покайфовать, реально. Трикс! Марк, да они разберутся. Сейчас я с пиковой дамой разберусь. Марк, я тебе сейчас серьезно говорю. Еще раз ты такое скажешь, нахуй. Почему я так, типа, ты серьезно говоришь об этом? Но когда ты пересматриваешь нарезку, у меня просто ебало рвется с моей реакцией. Марк! Пиковая. Нельзя такое говорить. Ты понимаешь или нет? Стекло-то ебаное, нахуй. Кто? Ты, блядь, отсюда съебешься, блядь. Приеду нахуй к тебе в село, блядь, и покажу нахуй. Я читаю чат, то, что ты меня не снимала в момент. Блядь, я тебе сейчас... Чё это было? Блядь, я тебе отвечаю, ты мне, блядь, купишь новый дом нахуй, и свои деньги, блядь. Этот пиковый даме оставим, заебись.
это было? Что это за фуг, блядь? Что это за латина, блядь? Не пугай меня! Ничего она не уронила, все стоит на своих местах. Какой же я злаю, как собака. Зай. Я не напугалась, я сердце чуть не остановилось. Не снимай, нахуй. На, возьми, пацанов. Это что, там всё, можно? Там хуй сосал кому-то под кроватью. Да, блядь. Извините. Закрывать. Сделай еще раз так, пожалуйста. Да, отстань. Извините, ковер Никифеллини, я вам не показывал, а вот это... Вот фетишистам прекрасные ножки, Ани, кстати. Она очень хорошо ногами дрочит. Реально было, ёп. Ёп! Реально было, ёп! О боже!